Оля и Лена с вами, это ленивый кулинар, и сегодня мы готовим чудо-блюдо с кукурузой. Первым делом нам нужно кукурузу нарезать, это сложно, наберитесь терпения или и силы. Кого-нибудь попросите, лучше сами не режьте. Также нарезаем картофель и морковь. Обжариваем мясо, у нас филе бедра индейки, обжариваем минут 10, потом добавляем овощи. Это картошка, морковка и пока все. Солим, перемешиваем и сверху кладем нашу нарезанную кукурузу. Добавляем немножечко воды и оставляем эту всю красоту тушиться. Минут 20-25 вполне достаточно. Огонь средний, пусть оно все хорошо протушится, пропитается ароматами друг друга. Будет очень сочно, сытно, вкусом. Мясо просто нереальное. А за кукурузу все будут еще, знаете, сражаться за столом, кому же достанется тот самый лакомый кусочек. Очень просто, очень быстро и очень-очень вкусно и нарядно смотрится.